Фряновский завод электрических аппаратов посетил глава городского округа Щелково Андрей Булгаков. Предприятие занимается проектированием и производством высококачественного электротехнического оборудования и является одним из лидеров в области создания распределительных сетевых сооружений. Среди его заказчиков – Олимпийская деревня и горнолыжный курорт «Роза Хутор» в Сочи, автомагистраль М-11 Москва-Санкт-Петербург, автомагистраль М-12 Москва-Казань, аэропорты Домодедово, Внуково, Шереметьево и Краснодар. Андрей Булгаков пообщался с руководством и рабочими, большинство из которых – местные жители. Средняя зарплата на заводе составляет около 100 тысяч рублей, что для нашего округа вполне прилично. Главе также рассказали, что вскоре студенты Щелковского колледжа получат возможность обучаться на оборудовании предприятия, а в дальнейшем трудоустраиваться. Предприятие полностью перешло на российские лицензии и комплектующие. В настоящее время производство расширяется, для чего понадобились новые участки земли. Территорию с заброшенными сараями предоставили заводу в аренду. Сейчас здесь наводят порядок. Благодаря расширению на производстве появятся новые рабочие места. А недавно предприятие перерегистрировалось из Москвы в Щелково, что приведет к увеличению отчислений налогов в бюджет Московской области и нашего округа. Евгения Корытько, Щелковское телевидение.